Три сыночка, две лапочки дочки. Самому старшему ребенку Наталье Шепелевой 21 год, младшему 3 месяца. Сама она художник, говорит, дети вдохновляют на творчество. Шутит, в детстве сама не наигралась в куклы, потому каждый ребенок для нее подарок. У всех свои интересы, увлечения, все мальчишки, математики, спортсмены, музыканты. Все у нас и в музыкальную школу ходят, и горнолыжным спортом занимаются. В общем, собственно, как и родители, мы тоже постоянно в движении. В День матери в Красноглинском районе поздравления получают десятки представительниц прекрасного пола. Для них творческие коллективы подготовили праздничный концерт. Но многие уверены, чтобы сделать маме подарок и сказать теплые слова, повод не нужен. Мама – это самое главное, что есть у человека в жизни. Мама, к счастью, это тот человек, который любит своих детей больше всех на свете. Готов им все прощать, готов им помогать. Маму надо поздравлять всегда. По словам специалистов, количество многодетных семей в Красноглинском районе с каждым годом растет. Все больше женщин рожают третьего и последующего ребенка. Будет ли шестой малыш в семье, Наталья Шепелева уже не зарекается. На празднике ей, как образцовой матери, вручают памятные подарки. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».